уважаемые гости ТРК Куба! Сегодня 4 ноября, и эта дата занимает особое место среди государственных праздников современной России. И хотя праздник связан с событиями 1612 года, временем, когда наши предки сплотились под руководством Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского ради свободы Родины, смысл праздника гораздо шире. Одна из идей праздника на современном этапе – это поддержка межнационального и межрелигиозного единства. Россия – многонациональное государство, что отражено в том числе и в ее конституции. Многонационально по своему составу и Челябинская область, жители которой вносят значительный вклад в развитие ее культуры. И сегодня перед вами выступят студенты Челябинского государственного института культуры и представят вам, вашему вниманию, национальные танцы. И первый танец. Русский танец «Березонька» исполняет студентка первого курса Полина Филоненко. Поддержите ее, пожалуйста, аплодисментами. Итак, это был русский народный танец. А сейчас вашему вниманию будет представлен мастер-класс по этому же танцу. Русский платочек – это очень неотъемлемая часть танца. Давайте все вместе встанем и попробуем с вами исполнить несколько движений платочка. Смотрите, мы держим платочек аккуратно.
наверх. Раз. И показываем, какой он у нас красивый. Отлично. Смотрите, как же мы можем взять платочек за два уголочка против полов. И у нас с вами получается треугольничек. И можно поделать вверх и вниз. Отлично, хорошо. Также платочек можно провернуть через ручку. Отлично. И можно платочек закрутить и раскрутить. Отлично. Спасибо большое. Отлично, мастер-класс мы с вами послушали. А сейчас частью исконной русской культуры является чай с баранками. Национальное застолье с самоваром, расписными чашками, гусковым сахаром и целыми связками хлебобулочных изделий, характерной округлой формы. Этот обычай не канул в прошлое, а вполне комфортно прижился в современных условиях. Сегодня чай с баранками для многих является символом семейных традиций, домашнего уюта, преемственности поколений. Им также обычно почуют иностранных гостей для наглядного и непосредственного знакомства с русской кухней. Мы не будем отходить от традиций и угощаем вас традиционным для русской кухни хлебным изделием баранками. Название баранка образовано от глагола «баранить», «гнуть», «сгибать кольцами» и буквально означает «закрученное кольцевидное изделие». Баранки по классическому рецепту готовятся из заварного, а точнее обварного теста. Отсюда еще одно название баранок – обваренки. Завоевав популярность самых широких слоев населения, баранки, однако, границ России не перешагнули. Видимо, потому что считались едой простонародной. Их продавали на базарах, ярмарках, а потом стали продавать и в тортирах, чайных и пивных. В Монголии танец – это отражение кочевого образа жизни. И сейчас исполнители-студенты третьего курса Анна Иванченкова, Дарья Поспелова и Лолита Анинкина поведают нам об основах монгольской хореографии. Встретим их аплодисментами!
еще раз громче аплодисментами поддержим наших девчонок. Они показали нам, как танцуют монгольские народные танцы. А сейчас, вашему вниманию, будет представлен мастер-класс по татарскому народному танцу. Девушки в танце скромны, поэтому чаще всего лицо они покрывают платком. Также у девушек присутствует положение рук на пальцы. Итак, мастер-класс мы с вами послушали, а сейчас мы увидим с вами истинный танец. Для вас на сцене студенты второго курса Игорь Герман и Снежана Горягина. Встречаем! Новой хореографии. В женском башкирском танце только движениями рук исполнительницы могут рассказать, как они доют кобылиц, теребят или придут шерсть.
Наши исполнительницы покажут движение, а вы попробуйте отгадать, что же они изображают. Давайте вместе все попробуем отгадать, какие движения исполняют наши исполнительницы и что они означают. Как вы думаете, есть какие-то варианты? Привет. Щелчки пальцами. Такие щелчки пальцами означают сбор ягод и обработку шерсти. Следующее движение. Как вы думаете, что может означать? Такое движение означает вышивку на ткани. Как вы думаете, что означает это движение? Как думаете? Да, правильно, это пряжа. Спасибо большое. Итак, а сейчас вашему вниманию представят... Так, правая шкира. Отлично. Покажи еще какие-нибудь движения, пожалуйста. Это у нас что? Кто помнит? Что таким движением делают? Так. Никто? Все уже забыли? Таким движением еще раз. Что таким движением делают? Показывают сбор ягод, совершенно верно. Так, давайте проверим вас еще раз. Давай следующее движение. Прихорашивание? Приглаживается, верно? Смотрит в зеркало и любуется собой. Отлично. Так, давай нам, пожалуйста, следующее движение. Так, кто помнит? Играет? Так, правильно? Совершенно верно. Так, ну, значит, слушайте внимательно. А сейчас вашему вниманию башкирский танец «Рукодельница». Встречаем!
Мы узрели с вами, как танцуют башкиры. А теперь, как вы думаете, что такое чак-чак? Кто-нибудь вообще знает, что это такое? Что это такое? Еда, просто еда. А еще? Татарское сладкое блюдо? Из теста и меда, совершенно верно. И это традиционное лакомство у тюркских народов и любимое лакомство в Татарстане и Башкортостане. Первый сувенир, который можно привезти, побывав в этих республиках, это, конечно же, чак-чак. На самом деле это очень незамысловатое блюдо, в состав которого традиционно входит только мед, мука и яйца, молоко и масло. Раньше его подавали только на праздники. Если же гость приносил какой-либо гостиниц на праздник, то его обязательно угощали чак-чаком. Сегодня вы наши гости, и мы вас им угощаем. А также у этого блюда очень интересная история возникновения и традиционное использование. Согласно легенде, когда-то давно болгарский хан захотел подарить своим детям на свадьбу особенное лакомство. К нему у него было несколько критериев. Лакомство должно было быть легким в приготовлении, с долгим сроком хранения, и его можно было подать на праздник. Также он хотел, чтобы это лакомство в дальнейшем стало символом Болгарии. Им было перепробовано очень много блюд, но всем критериям соответствовало лакомство, приготовленное женой одного пастуха, которое сделало из меда, яиц и муки. Именно это блюдо дошло до наших времен, как всем известный чак-чак. Собой символизирует единство семьи и братство. Кусочки теста, как и все члены семейства, крепко слеплены медом и представляют собой единое целое. Ребят, а вы знаете, что на территории Карелии проживают вепсы? Кто такие вепсы вообще, кто-нибудь знает? Вепсы. Никто не знает, кто такие вепсы. Хорошо. Это народы языковой группы. И сейчас вепский танец тройки. Встречаем. Нежный лепесток.
Фиона, исполнитель студентка третьего курса Анна Иванченкова. Национальным символом азербайджанского танца является ялмык. И он будет представлен вам студентками первого курса Челябинского института культуры. Встретим их аплодисментами!
азербайджанский танец мы с вами посмотрели. Даже мальчишки на заднем фоне пробегали, пытались что-то вставить, но у них, конечно, ничего не получилось, ведь этому нужно учиться. А сейчас мастер-класс по удмуртскому танцу. Встречаем! Сейчас мы проведем мастер-класс по удмуртской хореографии. Моя исполнительница будет демонстрировать движения имитирующих птенца, а вы должны угадать, что именно обозначают эти движения. Начнем. Первое движение. Корпус слегка подаем вперед, руки отведены назад ладонями вниз и начинаем шагать. Что же означает это движение? Первые шаги маленькой птички. Следующее движение. Корпус приподнимаем, руки поднимаем повыше и слегка сгибаем в локтях. Ноги меняем, при этом делая резкие движения ноги к себе и затем от себя. Что же означает это движение? Есть вариант? Ищет зерна. Следующее движение. Руки исполнительницы соединяются вместе, присаживаясь и начиная подниматься вверх. Руки начинают тереться друг от друга. Что может означать это движение? Это движение означает, что птенец чистит свои крылья. И последнее движение. Руки плавно поднимаются вверх, опускаются вниз, при этом вращаясь вокруг себя. Исполнительница то уходит вниз, то поднимается вверх. Это попытки птенца взлететь. Вот мы и рассмотрели интересные движения, на основе которых можно создать танцевальную хореографию. И все эти движения будут продемонстрированы в танцевальной постановке. Thank you.
Отлично. Все движения узнали? Точно. О, хорошо. А сейчас вашему вниманию Анастасия Корбюк представит нам мастер-класс по казахскому танцу. Встречаем! Игровой момент обычая из КУУ, что в переводе означает «догони девушку», это основа казахского народа. И танец «догони девушку» исполнят нам студенты третьего курса Марат Аминев и Анастасия Кордю. Встречаем!
Отлично. Давайте еще раз поддержим аплодисментами казахский наш танец. Это было здорово. А в современном мире имя Баян Сулу является довольно популярным среди казахского народа. Им называют не только девочек, но и кондитерскую фабрику, расположенную в городе Костанай, чьи конфетки вы сейчас можете попробовать. Баян Сулу в переводе с казахского означает «Баян» — это имя казахской девушки, а Сулу — красавица. С этим именем связана трагическая легенда о двух возлюбленных — Баян Сулу и Козы Карабеш. Друзья с детства Сарыбай и Карабай поклялись поженить своих детей, которых еще до появления на свет обручили. Не дождавшись рождения сына, умирает во время охоты Сарабай. Подрастающие Козы и Баян, еще не видевшие друг друга, но связанные узами брачного договора, наконец полюбили друг друга. Проходит время, и вероломный Карабай меняет жизненные планы. Он обещает отдать свою дочь за местного Палуана Кадара, спасшего однажды его Кадара от Джута. Кадар становится переградой между возлюбленными. В этом вечном треугольнике первым сложил буйную голову Кадры. Опечаленная Баян, чтобы отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кадара, если тот вырвет для нее колодец ключевой водой. Кадар принимается за работу, углубляясь, держась за волосы коварной Баян. Девушка неожиданно отрезает косы, Кадар проваливается в бездну и погибает. Тем самым Козы отомщен. На его могиле героиня легенды закалывает себя кинжалом. Достаточно жуткая легенда. Итак, а сейчас вольный и душевный, пылкий и горячий цыганский народ во все времена отличался своим главным примечанием и достоинством – это цыганским танцем. Ведь это не просто танец. Это воплощение искусства зажигательной души. Вы сейчас в этом убедитесь сами. Танец в таборе исполняют студенты первого курса культуры. Yeah.
Урал известен как многонациональный край с богатой культурой. В нем проживает порядка 160 народов. Помимо русских, татар, башкиров и марийцев, азербайджанцев и немцев, белорусов и армян, чувашей и киргизов, мордвы, удмуртов и евреев, на Урале проживают такие редкие народы, как вельцы, буряты, корейцы и нагайбайки. И танцы этих народов вы сегодня увидели на концерте. А сейчас мы приглашаем всех участников мероприятия сюда, на нашу импровизированную сцену. Выходите все сюда. Выходим, 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 ребята. Под аплодисменты! Вручаем нашим участникам благодарственные письма. И первое благодарственное письмо мы вручаем Айрулиной Дарье. Муртазиной Кристине. Захаровой Марии. Рассказывай Екатерине. Бережному Александру. Швили Владимир, Аминему Марату, Чернявской Дарье, Кордюк Анастасии, Аникиной Ларисе, Герману Игорю, Иванченковой Анне, Горягиной Снежане, Бабаевой Александре, Субботиной Екатерине, Донской Софии, Ильиной Татьяне, Порошиной Анастасии, Шаяхмитовой Ангелине, Васильевой Софье, Соболеву Михаилу, Дорощук Дарье. А сейчас многонациональный финал.
Итак, наш праздник, наше выступление подходит к концу. Дорогие друзья, спасибо, что вы присутствовали на нашем мероприятии. Мы все такие разные, все такие одинаковые. И в честь завершения нашего мини-концерта мы дарим вам всем угощения. Разные конфетки, сладости и плюшки. День Единства России стал настоящим праздником дружбы, объединяющим всех жителей нашей огромной страны, вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Сегодня каждый из вас смог прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей великой Родины и окунуться в мир красок, творчества, этнических, музыки и танцев. Сегодня великаны выступали студенты Челябинского государственного института культуры хореографического факультета, автор программы Дубских Татьяна Максимовна. Спасибо и всем-всем пока-пока.